грамм. Их можно называть термочашки. 0,45 миллилитров. И есть еще 0,35 для сравнения на целую крышку ниже. Так, смотрим сейчас 0,45. Внимательно. Мы их уже тестили. Они реально держат, как написано. Как написано, держат они при температуре комнатной 23 градуса. То есть через 6 часов 60 градусов и через 12 часов 45 градусов. Как для такого маленького объема, это шикарный результат. Мы тестили при 0 градусов. После 12 часов было 33 градуса. Это тоже хорошо. То есть это тепленькая булочка, аж через 12 часов. Весят они всего лишь 306 грамм. Нержавеющая сталь 18,8. Сверху покрашена. Пробка накручивается. Не протекает. Еще сейчас посмотрим. Открывается тоже легко. Есть силиконовая прокладочка здесь, чтобы не вытекало именно с поилки. Есть силиконовая прокладочка, когда вы уже закручиваете, которая упирается в специальный выступ, чтобы уже вода не вытекала с самого термоса. Вот эти все силиконовые прокладки, они снимаются достаточно легко. Раз, просто не захватил. Чтобы помыть ее. Одевается тоже легко. Дальше. Вот эта штука, она здесь есть фиксатор. Написано. Раз, блок, все, она уже не нажимается. Это очень удобно, когда вы положили в рюкзачок. Силиконовая верхняя, открою, верхняя вот эта вот тоже снимается. Ну и также легко одевается. Эти штучки очень долго служат, то есть они реально с ними там ничего не случится, там через несколько лет можно не переживать, разве что потерять, когда вы будете мыть и где-то ее забудете. Так, одели. Оно очень плотно. Тут два отверстия. Одно для того, чтобы попадал воздух внутрь термоса. Второе, через которое, собственно говоря, и выливается жидкость, которую вы пьете, кофе, чай, водичка, в поилку, чтобы пить. Очень удобная штука. Так, все. Сейчас нальем водички, посмотрим, как она держит и не капает. Так, наливаем. Проверяем, протекает, не протекает. Закручиваем. Так. Пробуем. Нигде не протекает, даже капельки нету, все отлично. Открываем. Так, пробуем выливать. Переворачиваем. Ничего нигде не капает, даже если трусить. Я не говорю, что там внутри кипяток. Все отлично. Все, советуем. На них год гарантии. Мы их перед отправкой обязательно проверяем, наливаем кипяток, смотрим, чтобы наружная колба вот эта не нагревалась. Была комнатная температура, тогда с ними будет все окей. Один год гарантии. Это немаловажно. Все.